Накануне Дня Героя Отечества в детской школе искусств прошла встреча с нашим зареченским героем Никитой Кильчановым, начальником караула специальной пожарно-спасательной части №2. Еще будучи курсантом Ивановского института государственной противопожарной службы МЧС России, он стал участником ликвидации последствий сильнейшего наводнения в Комсомольске-на-Амуре, произошедшего в сентябре 2013 года. За проявленное мужество и самоотверженность в условиях, сопряженных с риском для жизни, умелые и решительные действия во время спасательной операции он был награжден благодарностью и медалью МЧС за отличие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Мне вот захотелось, чтобы наши ребята увидели не какого-то абстрактного человека, или мы говорили не просто про героев, какие они, что они, за что они получают свои награды, а встретились с конкретным живым человеком. О работе в зоне затопления службе в пожарной охране Никита Кильчанов рассказывал как о чем-то обыденном. Свою работу он не считает подвигом. Героизм для него не столько завершение какого-то поступка, сколько победа над собой. Я думаю, герой – это тот, кто преодолевает свой страх. У каждого свой страх. Если ты его преодолел, ты все-таки по-своему герой. Впрочем, именно так и совершали свои бессмертные подвиги Александр Матросов, Юрий Гагарин и тысячи граждан нашей великой страны. Встреча с зареченским пожарным оставила большой след в душах маленьких горожан. Многие из них после беседы захотели стать такими же обыкновенными героями, как Никита Кильчанов. Мне понравилось, как рассказывали о пожаре, как их можно тушить, что они боялись. Я подумала над выбором профессии.